пусть наши сердца всегда горят для Тебя, Господь. Помните историю, когда Иисус зашел в храм и перевернул столы торговцев и сказал, заберите это отсюда, да? То есть уберите все лишнее. И пусть наши сердца просто сейчас будут этим храмом, где нет ничего лишнего, где Бог стоит на первом месте, где ничего материального, ничего, никакие мысли, никакие тревоги, никакие люди не могут занять это место. Господь, мы ставим Тебя сейчас на это место, Господь, на престол своего сердца, Господь. Восседаешь только Ты, Господь, слава Тебе, потому что Ты достоин, Ты достоин. Ты Творец всей земли, Ты Творец всего, Господь. И мы приходим поклониться Тебе, мы приходим воздать Тебе славу. Outside.
получила такую.